Мизат. Дорогой Раф. А, Таня. Да, я очень рада вас видеть и быть здесь. У меня такой вопрос. Я чувствую запутанность в том, что не могу справиться, когда товарищи или подруги видят недостаток во мне и даже начинают мне рассказывать о нем. И вот как это распутать и отнести к Творцу? Что я понимаю, что как бы в глазах подруги я нахожусь или товарища нахожусь вот ниже, да, он ставит себя выше меня. И как бы трудно ориентироваться. Вот как бы я вижу, что это плохой пример. И при этом я должна все равно отнести это, что это Творец. Я прошу, я очень долго, я не могу с этим распутаться. Тебе не надо ничего распутывать. Ты должна просто двигаться из того, что ты понимаешь, в том, что нам пишут каббалисты. И у тебя все и так идет хорошо. Я не вижу никаких проблем. Просто надо еще время. И больше желания быть связанным с Творцом. Вот и все. Рафа, как найти эту связь вот в тот момент, когда ты видишь, что, что вот есть вот это нарушение этой любви товарищеской, но как будто она не с моей стороны, а со стороны товарища или подруги. Это все нам подставляет Творец. И будут еще много-много всяких таких проблем в пути, где мы будем вплоть до огромной ненависти друг к другу чувствовать. Так написано у каббалистов. Так что никуда нам от этого не деться. Мы будем ненавидеть друг друга, мы будем готовы убить друг друга. Так написано. Так написано. Так что так и будем двигаться. А главное — держаться все равно друг за друга, несмотря на то, что существуют такие отношения. Надо понимать, что с одной стороны Творец раскрывает нам особые отношения между нами, ненависть, противоположность, отдаленность и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, мы должны понимать, что мы должны, несмотря ни на что, вопреки всему этому, быть в любви друг к другу, хотя готовы убить друг друга. И так написано о древних каббалистов, учениках, что когда собираются они вместе, они готовы убить друг друга, ненавидеть друг друга. А затем, когда потихоньку начинают входить в учебу, привлекать на себя высший свет, то все это проходит и заканчивается тем, что обнимаются и соединяются в сердцах. Спасибо большое, Раф.
Так что ни в коем случае не надо опираться на то, что мы чувствуем сегодня.